Как делишки, ребятишки, с вами снова Алисан, добро пожаловать в Майнкрафт, а в новую серию прохождения карты топ-5 способов, как нам оторвать свою башку в Майнкрафте или просто умереть. Да, ребята, я буду рад, если поставите лайк перед началом серии, потому что каждый ваш лайк для меня важен, я даю вам свое слово, как только мы с вами наберем 1500 лайков, сразу выйдет новое видео, не поленитесь поставить лайк, это для меня очень важно. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду рад, если вы все вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков и потратите на меня всего лишь 2 секунды, я буду этому, ребята, очень сильно рад. Больше мы не тянем и приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем сразу же приступать, меньше разговоров, больше дела, и сразу, ребята, заходим на 6 уровень. И я, если честно, не понимаю, что у нас сейчас на экране написано, потому что написано каким-то слишком темным цветом. И что нам сейчас нужно? Нам нужно найти какой-то способ, как себя убить. Ребята, в каждом уровне есть куча различных способов. Мы можем просто-напросто сломать эти все блоки, забраться на большую высоту и прыгнуть. И все, это самый банальный, самый простой, самый убогий способ. И поэтому, ребята, вы можете писать, мол, Эдисон, ты неправильно сделал, Эдисон, ты должен был вот так умереть, а зачем ты так умер, если ты мог другим способом умереть? Ребята, я умираю таким способом, который я найду и который мне понравится. Если я сейчас могу просто-напросто закопаться, засыпать себя гравием, то это будет очень банально, очень скучно и очень глупо. Зачем это делать, если я просто-напросто могу сделать что-то покруче? Что нам сейчас нужно делать? У нас тут есть редстоун, у нас тут есть... Я тут видел дерево, мы можем сломать дерево и, наверное, с этого дерева сделать, конечно же, в первую очередь верстак. И, наверное, кирку, да? Сейчас, ребята, мы посмотрим, потому что, как я вижу, у нас есть куча слизи, у нас есть куча... Ну, куча не куча, у нас есть один железный... Блок, ну не блок, а слиток и также один редстоун. Поэтому, ребята, сейчас мы будем что-то думать, сейчас мы будем что-то гадать. Ну давайте, конечно же, скрафтим кирку в первую очередь, и там мы можем добыть себе камень, если он нам, конечно, нужен. Ага, то есть ты можешь поменять на хард. Ну, я не знаю, нужно ли нам это или нет. Что у нас тут написано, кстати, на табличке? Забери вот этот каблстоун, то есть забери вот этот булыжник. А почему именно булыжник? Я могу и вот эти блоки ломать. Ну, не знаю, раз написано, ребята, то давайте будем следовать совету. Может, тут что-то будет спрятано или... Нет, ничего тут не спрятано. Поэтому, ребята, я не знаю. Поэтому я не знаю. Ну ладно, заберем. И что мы можем скрафтить? Что мы можем скрафтить, ребята? Как я понял, мы можем скрафтить себе... Поршень мы же можем себе скрафтить. Или нет? Вот, допустим, сейчас мы, ребята, как-то это продумаем. Могу ли я скрафтить поршень? Как он крафтится, если честно, не очень хорошо помню. А, сейчас, ребята, сейчас. Может, вот так, потому что я реально не очень помню. Я, ребята, реально не очень помню, как он крафтится. Вот, замечательно. И сейчас мы можем скрафтить липкий поршень. Вот так, добавив один кусочек слизи. И мы можем скрафтить слаймовый блок. Да, не лаймовый, а слаймовый. И знаете что? Могу ли я... Как бы себя убить вот тут, ребята? Как бы убить? То есть приплющить себя в стенку, и чтобы мы получали урон. Если я, допустим, поставлю... тут у нас активатор. Если у нас тут какой-то активатор, если я сюда поставлю... Я смогу... Как я смогу вот это активировать, ребята? Как бы мне вот это активировать? Я, если честно, больше ничего тут не нашел. Как бы мне активировать... И тут, в принципе, ничего тоже нету. Да, тут тоже ничего нету. Но я могу поставить вот сюда. И вряд ли я смогу как-то это активировать. Нужно подумать, как бы нам себя приплющить к стене. Может, если мы... Хотя вряд ли. Ребята, а я, кстати, вспомнил то, что мы же сможем себе сделать рычаг. Я только сейчас вспомнил. Поставим сюда. Или не... Вот. Ах ты ж, зараза. Так, ладно, будем стоять сзади. Вот. Во. Я не отпускаю назад, потому что я как бы... Как будто упираюсь в стенку. Поэтому, ребята, все. 6 уровень, можно сказать, пройден. Я не скажу то, что он был слишком сложным, но хотя бы я чуть-чуть подумал, что, в принципе, очень уже даже круто. И у нас сейчас, ребята, идет по счету 7 уровень. Можешь ли ты плавать? Что у нас тут есть, ребята? Что у нас тут в середине? Что это такое... Ничего тут нету. Так, что это? Дождик. Ты меня заколебал. Так, замечательно. Сейчас. Там у нас была вода. У нас был... А так я случайно не смогу умереть?
Нет, это... Нет, не смогу, потому что просто-напросто мне не дается время. Хотя... Хотя нет, могу. Но это будет очень просто, ребята. Я понял... Да дай мне нахрен выйти отсюда. Я... Ребята, как я только что вышел? Сейчас. Во, замечательно. А я могу, конечно, вот так застрять в стене, но я понял, что нам нужно сделать в этом уровне. У нас уже есть даже тут подсказочка. Три блока, вот смотрите, ребята. Давайте мы быстренько переплавим вот эти блоки. И что нам нужно? Нам нужно сделать ведро. Вот, кстати, у нас тут верстачок есть. Нам нужно сделать ведро, набрать воду, зайти туда и просто-напросто вылить на себя воду сверху. Конечно, я могу вот так убить, как я, в принципе, только что делал, застрять вот так в стене, но это очень банально, скучно, ребята. А вот тут я вряд ли смогу где-то... Конечно... Да, я, в принципе, могу вот так сделать и просто вот тут умереть. А знаете что? Мне кажется, я не могу находиться в гейм-моде 0. Мне нужно, наверное, поставить гейм-мод 2, чтобы я просто-напросто не мог ломать вот эти блоки. Я не знаю, ребята, я ничего не трогал, как было на начале карты, как поставил создатель этой карты, я так и оставил. Я ничего, ребята, не трогал, поэтому... Я не знаю, как я должен вообще тут выживать. Ну ладно, знаете что, ребята, давайте мы будем уважать. Вы согласны, ребята, с тем, то, чтобы мы уважали создателя этой карты и просто-напросто следовали всем правилам, не упрощали себе выполнение задания и просто-напросто делали так, как автор задумал, но он все-таки припустился небольшой ошибки, то, что оставил нам гейм-мод 0, выживание, нужно было поставить приключение, адвенчер мод, чтобы я просто-напросто не мог ломать блоки. Ну вот, ребята, как это все делается, мне кажется, то, что так... И сейчас мы просто-напросто вот тут умрем, и все, ребята. Замечательно. Ну, умереть не замечательно, но все же, ребята, мы переходим к 8 уровню. Я знаю то, что ты любишь паркур. Кто смотрел мое последнее прохождение паркур-карты, тот знает, как я люблю паркур, то, что я прям чуть с ума не сошел. Нажми сюда перед тем, как начать. Так, что у нас тут написано? Ты должен выполнить весь паркур и не убить себя, прыгнув с этого паркура на какой-то блок. То есть, ты будешь читером, если ты вот так сделаешь. То есть, я не могу, например, сейчас проходить паркур... Твою мать. Я не могу сейчас, например, проходить паркур, забраться, допустим, вот сюда наверх и потом прыгнуть на вот этот блок и просто-напросто умереть. Потому что автор попросил меня, можно сказать, то, что, чтобы я так не делал, потому что... Твою мать, а! Вот, допрыгнул. То есть, автор попросил, чтобы я так не делал, потому что если я так сделаю, то он будет называть нас читерами. Поэтому, ребята, лучше не делать. Как я уже сказал, давайте просто-напросто уважать автора. Он, можно сказать, старался... Твою мать, когда делал эту карту? Как я уже сказал, я очень люблю паркур. Ага. Так, так. Да почему я нахрен туда спрыгнуть не могу? А ты издеваешься, а? Еще одна попыточка. Пожалуйста, дай мне... Сейчас... Сейчас я даже на спринт не нажал, а? Последняя попытка. Я ненавижу паркур. Я... И все, иди ты в жопу, а. О, я допрыгнул сюда. Ребята, я очень долго пытался, я все же допрыгнул. Да, я ребята, допрыгнул. Во. Так, сейчас. Как я не люблю паркур, ребята. Я бы, может, его любил. Мне туда нужно допрыгнуть. Охренеть просто. Я бы его, может, любил, если бы я на последней карте чуть ли не сошел с ума. Поэтому, ребята, я не имею ни малейшего желания больше проходить. Охренеть просто. Shift. Не shift, а спринт, а? Ты чё тормозишь, а? Shift, пожалуйста, замечательно. Так, и... Охренеть! Как? Я просто не выкупаю, как я там упал, если я прыгал вперед? Автор нас, походу, как-то троллит, а? Вот, замечательно допрыгнул, но, ребята, у меня осталось пол... Нет, у меня осталось одно сердечко. Иди ты в жопу, а ну иди ты в жопу, я не могу прыгать, ребят, у меня еще и дождь меня бесит, твою нахрен. Да я не могу допрыгнуть, да хоть вы меня убейте, а. Тут же ничего сложного нету, просто берешь... Я не знаю, туда вообще реально допрыгнуть, а? А я допрыгнул, чтобы вас не утруждать и себя не утруждать, и я туда допрыгнул. Охренеть, сколько времени понадобилось, чтобы пройти вот этот нубский паркур. Да, ребята, паркурщик с меня, конечно, никакой, я за это извиняюсь. Не беситесь, многие сейчас, фу, Эдисон нуб, не прошел паркур, и сразу пошли рыдать в комментарии. Ребята, не нужно так, потому что все мы в чем-то нубы, я, если честно, ненавижу паркур, я уже сказал сразу же на начале этого уровня. А что у нас тут написано? А как? Go die, иди умри, сам ты умри, зараза.
А как я умру, если тут внизу есть блоки слайма? А назад я прыгнуть не могу, потому что автор нам сказал то, что я не могу пройти этот уровень, если я убьюсь об эти блоки паркура. А знаете что, ребята? Как я знаю, если при падении вы нажмете то ли space, то ли... Нет, то ли space, то ли... То ли shift, мне сейчас опять этот паркур проходить, да, проходить. То ли shift, то вы сможете умереть и не оттолкнуться от этих блоков слайма. Сейчас попробуем, а? Вот, допустим, сейчас мы попробуем shift нажать. Вот, Дари, да, только нужно вовремя его нажать, прям при самом приземлении, вот как-то так. А ну еще раз попробуем самый конченый уровень. Да... О, замечательно, я уже думал, опять нужно паркур проходить. Твою мать, этот уровень, меня просто... Это самый конченый уровень, но самый, самый необычный. Потому что такого уровня еще никогда не было. Такого уровня еще никогда не было. Девятый уровень называется портал. Ну, ладно. Мы, в принципе, можем зайти в портал. Мы можем, в принципе, телепортнуться в ад. А, я не знаю, какой способ там умереть. Наверное, вот такой. Наверное, автор что-то придумал другое, но, походу, слаймы решили то, что они будут владеть этой территорией, и просто-напросто меня убили. Я не могу вернуться и перепройти этот уровень, поэтому... Еще раз круто. Круто. Ну что, ребята, заходим на 10 уровень, и сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Давай немного веселья мы получим с автором. Ага, что у нас тут написано? Нажми эту кнопку и... Поставь вот Quake Pro, вот сюда. Прыгай. Ни хрена себе, ни хрена себе, это прыжок. Куда я вообще в космос улетел, а? Ух, а, куда мы приземлимся? О, я прям летал нафиг. А вот это реально крутой уровень. Хоть, в принципе, ну, ничего тут сложного нет. Это самый обычный уровень, где мы просто прыгнули и умерли. От того, что упали с высокой высоты. Но все же, ребята, прикольный уровень. Я не знаю, должен ли я был проходить 9 уровень так, как я прошел, потому что там было, был какой-то телепорт в ад. И может там автор приготовил нам какую-то другую участь, что мы должны были умереть, не знаю, как-то по-другому. Но все же там были слаймы, поэтому они меня слили. Пускай, мы же ищем способы, как умереть. Кстати, что у нас тут написано? Она же стань сюда после того, как ты пройдешь все уровни. Ну, в принципе, мы уже все прошли. Поздравляю. О, алмазики. Ну, ребята, также я и вас поздравляю. Как же это нахрен громко. Также, ребята, я и вас поздравляю за то, что вы тоже со мной прошли эту карту. Если вы хотите больше карт, если вы хотите больше проводить время со мной, ребята, я буду рад, если вы поставите лайк. Даю вам свое слово. Как только мы с вами наберем 1500 лайков, сразу выходит новое видео. Не забываем об этом. Я буду рад каждому вашему лайку. Это для меня очень важно. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружбу с 7 подписчиков и потратите на меня всего лишь 2 секунды. Я реально буду этому очень сильно рад. Также, ребята, спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реально молодцы. Приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я буду рад видеть вас на просмотре нового видео. Ребята, еще раз вам всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И всем удачи, всем пока.